Так, очередная серия про Майнкрафт. Зачастил он с Майнкрафтом, хорошо. Так. Кто это? Ну, серия называется «Гигантский голем». Да, судя по всему, это «Гигантский голем». Ого. Ого. Это как «Ходячий замок», только «Ходячий голем». Внутри жить можно. Да, там, видишь, походу стекло. Окошки. Походу, там жить можно в нем. А, да, это дом. Ты слушай, музыка, а музыка еще очень похожа на «Ходячий замок». Мне кажется, что это что-то среднее между «Ходячим замком» и «Големом». «Ходячий голем». Слушай, так уютно там внутри, мне кажется. Да. Вот сидит уютник, блин, который любит наделать всяких делов. А, там соседи еще. А. Пластинка. Да, там соседи. Понятно. Эй, ты тварь! Что там делаешь? Хватит! Вон там флексит. Чё? Картина упала. Упала, ничего страшного. А, теперь же новый дизайн, да-да-да. Блин, где та самая. Да-да-да-да-да. Я тоже когда дом украшала. Нет, там роддом. Дом украшала, а тоже... Ты хотела какой-то определенный? Да, определенная картина. Мне она понравилась, я ее запомнила. Потом крипер, короче, взорвал мне половинку дома. Я вешаю назад эту картину, а то постоянно не та, которая мне надо выпадает. Жиза. Да, да, да. Это ограничение, чтобы было именно на определенное количество блоков. Да, да, да. Понятно. Это так висит картиной, да? Почему эта картина падает? А что ты музыку включаешь так громко? Переводим. Рожа. Ого. А. Крутое 3D. Я там просто закрыл дверь. А голем просто по заснеженной тропе идет куда-то вдаль, и все. Так. Затопись решил. Ах ты, тварюга. Слышишь, вообще технически он не прав. Он сам музыку включал громко. Да. Но этот чел в синей шапочке не прав, что он начал ему картину сбивать. Надо было прийти сразу в дверь, постучать и надо разобраться. Надо было прийти сразу в рожу, да. Ну, не знаю, иногда соседи по батареям стучат. Картина здесь ни о чем. Ни при чем. Ну, что имущество смывает. А что будет, если не открывать? А, понятно. Я все равно войду. Очень хорошая звукоизоляция. А, это долго бить. Да. Ты соседей просто разбей. Так, ага. Алмазный кирку делает, да? Ой! Ой! А кирк понаделал! Кирк понаделал в итоге. Это он открывает, который закрывает, да? И все это происходит внутри живого голема. Да. О! А вот это жестко. Он не кирок понаделал, а мотык понаделал. Голем, у тебя глисты живут. Туда. Паразиты. Жители. Нет, это не просто жители. А, это, походу, знаешь, что игроки. Да, причем это какие-то популярные блогеры, походу. Да, которые замерзли, которых мы, конечно, не знаем. Если бы тут был бы Дрим, мы бы его узнали. Сломался. Он спать сел. Нет? Да? А, не, сломался. Чинить. Просто зря сразу помирились, да? Да. Когда пришлось. Когда общая проблема. Сотрудничать, да-да-да. Ну, просто спать лег, и все. Не, что-то тут не то. А, тут двигатели, слышишь? Там топка, походу. Механизмы. Да, да, во! Ну, видишь? Это рельсы закончились. Ноль угля, это угля, всё. Надо топить. Ничего страшного, сейчас сходим и накопаем. А, я дико извиняюсь, они через какое место у голема выходят?
через задний проход? Подожди, а что у них вместо... Стоп, они вместе с големом с собой таскают портативную пещеру? Или это они сразу продолбили ход в горе? Или там сразу внизу, да? А, редстоуновых не хватает. Ну. Погнали. Ну, попихни, ну, братуха, ну. Да не, не так, не так собрал. Все. А я? Не, у них, видишь, своя уже прокопанная проложенными рельсами пещерка. А, не хватило. А? Ну, как так-то? Давай, давай. Давай. Просто вылези уже, господи. Ой. Блин, не надо, не прыгай. Пешочком. Давай. Уезжает сам. Здравствуйте, с вагонеткой, кто-то туда находится. Неосвещенная. Смотришь, реально такая же за. Вообще. Да. Лестницы не хватает, кусочек тоже. Да. Вот у них, видишь, уголек. Да, у них, ходу, с собой еще портативная пещерка. Опа, кирка кончилась. Довольно быстро. Нормально. Ну, вообще, технически он бы уже, наверное, бы забрал бы, с ней бы бегал. Не смотрит, да? Все. Появится. Ой, я сделал не топор! То. Бомбон! Ну ты дебил, конечно! Ты что, бомбон, шапочка? Они же договариваются. Да. А, флиртует. А, ты думаешь? Купаем. Не, слушай, такого голема угля столько нужно, что прям конкретно. Странный глиц у меня примерно такое же. Очень странный работник. Снова. Ой, авария. Уже рожай? Как это все быстро произошло? Получил скелет женщина, если что. Хорошо, поняли. Скелетный живот, окей. Поехали, брат. Вот, родили. Посмотри, какой у них... Что это за Франкенштейн? Слушай, у них там в пещере что-то будет твориться, походу. Они потом в следующий раз, когда придут, там будет целая уже армия этих скелета-эндерменов. Так, заправили. Все, сейчас пойдет. Пошел дальше. А теперь можно и подраться. Не, веришь, все, нормальное сотрудничество. Слушай, они могли не сразу договориться, чтобы не было таких у них... Ну, надо големам было сразу сломаться, чтобы они сразу договорились. Или это, может, у них такие дружеские побоища, им нравится. Знаешь, есть люди, которым нравится устраивать конфликты на пустом месте. Хачимучи называется. Понятно. Ничего не поменялось, да. Прикольно. Интересная идея такая, да? Подожди. Там не будет ничего в конце. А вот сейчас какой-то волк вылезет, такой, я тебя, это самое, съем. А чего ты думаешь, волка? Мне кажется, нет. Подожди, что это будет? Что будет сейчас? Стой, надо досматривать субтитры. Тут они тем более видишь с кусочком мультика. Блин, мне понравился голем. Ты это что, если что, заходи. А, вот. Подожди, что-то не хватает, кто-то растаял. Тиф. Тот самый. Вот он. Освободил их, игроков. Ой, это херобрин. На самом деле, идите туда. И атакуйте, видимо. Его. Походу, да. Да, все. Блин, прикольно. Слушай, ну такие анимации. Я уже воспринимаю просто как это сериал анимационный. Вот про Майнкрафт, когда у него пошли серии, прям вообще клево. Мне очень нравится. Мне очень нравятся эти его вставочки. Некоторые прям есть очень трешовые. Да, такой. Да. Причем сюжет, по сути, истории про разных абсолютно чуваков, но всегда есть завязка на Стиве. То есть он всегда во всем виноват, понимаешь? Ну, либо не во всем виноват, но где-то он присутствует. И мне кажется, в итоге все эти серии должны, возможно, как-то слиться в один сюжет. Конечно. И Стива они должна настигнуть связаны. Кара, понимаешь? Он не зря везде появляется. Ну, не знаю, Кара или не Кара. Это неизвестно. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.